держит бутылку масла, мыло хозяйственное, мыло туалетное, дрожжи, чай листовой черный 100 грамм, соль, 2 килограмма риса, 2 килограмма макарон, горох 2 килограмма, лук, морковь. Дальше прилагается мука. Мука первый сорт 5 килограмм и картофель. 5 килограмм. Не обниматься, не сжать руки, не целоваться. Бывают бабушки на радостях, у нас Алексея бросились на шею целовать. Старайтесь такого, чтобы не допускать, да. Передача бесконтактная, в квартиру, в помещение, в дом мы не заходим. Хорошо? После каждого передачи желательно обрабатывать руки санитайзером, если у вас мы сейчас хотим, да. И держать дистанцию. Полтора, лучше 2 метра. Азыр ушундай кында болбой го, эми баарыбыз урушсак андан эч пайда чыкпайт. Биз мына азыр бартабыз, сиз бир аз күтүп туруңуз. Эже, кандайсыз? Киргенде болбойт бизге. Кандай турасыз? Эми келдик, народный штаб биз барбыз. Деген народный штаб пенсиядек. Жок, бул сизге. Кандай турасыз? Карантинде эмне болуп жатасыз? Үйдө. Иште отурасыз го, вообще иштегенсизби? Жок, иштеп иштебейм. Аз камсыз ошол менен кыянатка келгенде сизде башка кылмыштар бар. Туган күнүңүз менен куттуктайбыз. Спасибо большое. Поздравляем вас с днем рождения. Спасибо. Желаем, чтобы вы не болели, у вас все было хорошо. Желаем вам крепкого здоровья. С днем рождения вас. Благополучия. Да, мы вот вам привезли пакеты, мы не можем вам передавать. Хорошо вам отметить. Нет проблем, Даша. А вы как узнали о нашем штабе? На сайте было. На сайте увидели, да? Вы сами запомнили заявку? Да. А вы чем вообще занимаетесь? Я вообще это, посудомойщица. А вы в кафе работали? А сейчас? Не кафе, а в частной школе. А, в частной школе посудомойщица. Ага. А сейчас частная школа, ну, соответственно, да, закрыта. Да, и у нас без содержания отпустили. А, без содержания? Да. А там что, еще? Хорошо, ладно, Дяша Турунус. Спасибо вам тоже, удачи, что постоянно вот так вот зеленая дорога была. Курбан Али жакшы жакшы турат, а бул пакеттерге чабасызбы сиз же жолдошуңуз? Иштебейм, мен үйдө тамак азап калдым. Эми жолдошум иштечү, азыр ал жаңындай стройкада иштечү, анын иши бүтөт да. Бул жерде биз квартирада турабыз. Я жакшы вроде. Да, да, не, не, вы не можете заходить, у нас есть свой инструктор. Это ваш? Да, 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 наш. Таксистом работали, работали не оставался. А, вы до этого таксистом работали? Да, да, да. А сейчас чем занимаетесь? Дома уже сколько, почти 40 дней, 30-го, наверное, где-то так. А у вас сколько детей? Двое, и жена, и сестренка. Вот машина арендую, стоит. А квартира, на квартире. А аренду платите за машину все равно каждый день? 550 за машину. Продолжаете платить? А, не, сейчас пока нет. А квартиру плачу. Квартиру? Да.
квартиру не отменили, а эту уже отменили. Пока временно. Пока начнется работа. То мы оставляем возможность для волонтера, у него есть такое право не оставить продуктовые пакеты до семьи, если он видит, что семья на самом деле не нуждается. К сожалению, бывают такие случаи, когда заявку оставляет не совсем нуждающая семья, а поэтому мы считаем, что те пакеты, которые собраны самими же, нашими же гражданами, необходимо доставлять до действительно нуждающей семьи. Поэтому... Для того, чтобы оставить заявку на продуктовый пакет, необходимо заполнить форму, которая размещена в социальных сетях, в наших социальных сетях. Соответственно, мы на самом деле сложно контролировать, кто заполняет эту форму. Чаще всего это, конечно, действительно нуждающиеся семьи. Но, к сожалению, попадают и такие случаи, когда достаточная семья, самодостаточная, тоже заполняет заявку для себя, и когда мы уже на место приезжаем, видим, что на самом деле эта семья не нуждается. Но таких заявок не так много, но, к сожалению, они тоже случаются.